Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» проверили соблюдение мер санитарной безопасности на 5 заправочных станциях округа. Были выявлены отдельные нарушения, которые устранили сразу во время инспекции. Проверяющие зафиксировали, что входные группы и кассовые зоны оборудованы санитайзерами. Режим социальной дистанции соблюдается. Сотрудники просят посетителей надевать маски, проводится обработка помещений. Рейды будут продолжены.